Итак, куда же мы идем? Котловка. Река в юго-западном административном округе города Москвы. Третий по величине в городе правый приток Москвы-реки. Частично заключена в подземный коллектор, как раз к которой мы идем. В открытом русле протекает в среднем течении. Существует несколько версий происхождения названия реки. Вероятно, Котловка получила гидроним от села Котлы. Но достоверно неизвестно, чье наименование появилось раньше – села или реки. Река могла получить имя по своей глубокой долине, так как в прошлом котлами называли ямы. Котловка относится к одним из самых загрязненных рек Москвы, так как в них многократно превышены пределы допустимой концентрации содержания нефтепродуктов. Котловка – порожистая река, имеет довольно быстрое течение. Длина реки составляет 8,5 километров. Площадь водосборного бассейна – около 20 квадратных километров. Всем привет, друзья! С вами канал На Страхе, новое видео. Это нестандартный контент на моем канале. То есть сегодня вот он костюмчик, который подарил Сергей Огнев. Приехал я как раз к нему на райончик. Мы находимся в Москве, если кто не понимает. И сегодня мы идем подземную речку. Заранее попрошу подписаться на канал, поставить лайк этому видео, написать несколько комментариев. Это очень сильно помогает. Также можете поддержать канал рублем. Ссылка на карту есть в описании. Я есть в ВК, в Инстаграме. Добро пожаловать всем, друзья. Ну а мы начинаем. Так, смотрите, секундочку. Сейчас мы спускаемся уже. Подожди, сына! Сына, лови! Бля! Ну, смотрите, на за бортом, если что, минус 15. Но это ебать как необычно ходить по воде в минус 15 градусов. Очень даже радует. Единственное, бы... О, вода теплая, слушайте. Вода теплая. Так. И мы идем ко входу. Там внутри должно быть еще теплее, но там будет темно, и я там буду уже ставить оборудование так, чтобы можно было снимать и в темноте, и в суете, и как угодно. Нормально. Вот такое испарение. Поэтому как-то разойдем. Ну что, двигаемся. Так. Будем залезать. Соберись! Но тут тепло. Серёж, а по-моему тут глубоко. Да? Пусти, сейчас как ты спустишься? Тебе эти бахилы давлением сожмёт. Это нормально. Это я в курсе. Подожди, сколько тут? Сейчас, секунду. Можно, да, спускаться? Да, да, да. Слезай. А у тебя что под ногами? Ну, камни, я не знаю. Аллилуйя. Да. Слушай, это интересно, блядь. Это давит хорошо. Мне нравится. Ну, тогда камеру сейчас мы... Ура! Будем снимать для вас контент. Тут реально мне сдавило везде. Ребят, ну, мы не, в этом плане не особо-то опытные, но что-то, так сказать, дознаем и умеем. Но ни в коем случае не повторяйте это. Реально опасно. Делаем все на свой страх и риск. За железку подтягивайся. Вот сюда? Ага. Только смотри осторожно. Рюкзак мочишь. А вот эта штука, она не держится. Да. Серьезно, блин. Тебе вода в сапоги льется, Антон. А? Тебе вода в сапоги льется. Блядь!
Смотри, осторожно, за вторую хватайся, и здесь на колени. Серёжа, парешка прилипла, б***ь. Осторожно, осторожно, тут скользко может быть. За что? Зачем я одел эти варежки, блин? Новенькие варежки одел! Друзья, я вас очень прошу, отнеситесь, пожалуйста, с пониманием к этому видео, потому что ну, это не моя стихия, и мне это все дается очень даже трудно. Ну, то есть я на самом деле опасаюсь в таком случае за свою жизнь, и, блин, сейчас включаю вам свет. Включаю камеру. Просто поставьте лайк этому видео. Смотрите, видите, вот отсюда стекает вода. Нам нужно пройти вот сюда, подальше. То есть здесь уже глубоко. Серега, давай, наверное, пойдешь первым, потому что ты не такой трус, как я, ладно. В этом направлении. Ну, опять же, это все на свой страх и риск. Блин, многие, наверное, кто лазит, они скажут, да вы чё, очкуете там еще что-то. Да, блин, очкую, я очкую, потому что это немножечко не мое. Сейчас покажу, вот смотрите, насколько... Серега, подержи камеру, пожалуйста, я встану. Секунду. Главное не уронить ничего, да? Как ощущение? Вот. Посмотри, рюкзак не задевает случайно воду? Не, нормально. Много там мест? Тут, кстати, если что, песочек. У тебя лямка задевает воду. Кстати, да. Пошел ты! Я не хочу туда идти. Да, я чувствую, да, мне вообще все прижало очень даже хорошо, смотрите. А может быть, если идти по краешку, то мы выживем? Серега засасывает, ебать. Серега, у меня задница в воде. Сережка! Если честно, засасывает, реально. Да, тут песок или что это такое, ебать. Ну, тяжело идти. Мы ничего еще не прошли. Но уже, короче, не по себе конкретно. Ты идешь такой, блин, у тебя задница в воде, все в воде. Есть опасения реально по поводу газа, есть опасения того, что ты песочек попадешь куда-нибудь, и тебя начнет немножечко подсасывать. Но справедливости ради скажу так, вот это помещение имеет круглую форму, так что, скорее всего, нас здесь не затопят. Но мне просто интересно, тут действительно такой уровень воды. Серега, у тебя рюкзак под водой! Что такое, Сереж? Здесь еще глубже. Здесь еще глубже, прекрасно. Что мы будем делать? Ой-ой-ой, смотрите какой. А если тут акулы? Сережа, рюкзак пошел ко дну. Нам нужно рюкзаки остались от нас. А что такое, холодно стало? Мы не пройдем с рюкзаками. А там может вообще глубоко-глубоко. Давай рюкзак кину, попробуем пройти. Если я пройду, значит мы пройдем вдвоем. Так, возвращаемся, ладно. Возвращаемся и сдаем рюкзаки в гардероб. Не знаю, это вторая попытка наша попробовать пройти. Я так понимаю, что этот уровень речки сейчас находится на максималках. То есть так как спускает сейчас везде снег, потому что выпало огромное количество осадков, это максимальный уровень воды. И не знаю, Сережа пошел. Ох, посмотри сюда. Сереженька, что там, родной? О, поджало как жопу. Аллилуйя. Не слышишь, Сереж?
Что ты видишь, родной? Погоди, что он тут видит? Ну, а оно под углом вообще как-то идет? Тут говно плавает, что ли, блядь? Да? Куда ты привел, блядь? И сам еще бурлит, блядь, главное, под ним. Ух, как жало-то все, там... Серьезно? Да. Я не хочу, тут говно плавать, Сереж. Говно, это видно, это облако не глядит. Если здесь было говно, это придумано. Такие пузырики. Смотри, что-то начали спускать. А подожди, куда ты пошел? Как ты сюда пошел? Я сейчас куда-нибудь. Что это такое, блядь? Сережа, водолаз по жизни. О, господи, и тепло становится. Ты посмотри на него, а? Злодей, все-таки мы зашли, ребята. Мы не просто зашли, мы пошли. Все, хорошо, мы идем. Нормальный уровень, если что, сейчас. И что-то там под Сережей бурлить начинает, и что-то мне как... Слышишь? Я куда-то провалился. Не. А вот это что за чё? Эй! Вот это что? Я не могу, у меня нога застряла. Это что за чёрточка? Меня что-то напрягает, вот ее высота. Смотри. Это уровень воды. Оттуда. Уровень воды. Слышишь, такое чувство, будто сегодня сейчас к нам кто-то плывет. Крокодил. Геннадс? Эй, Сережа, а у тебя ноги не проваливаются? Да, ребят. О, тут... А дальше будет что-то? Я не знаю, я только сейчас иду первый раз. Ага. Экстремальщики, да. Какие наросты здесь. Ой, Сережа. Слышно какой-то звук? По ощущениям, а мы сейчас заходим под дорогу. Да, дорога стоит. А какое шоссе? Давай ставим это в тайне. А чё, какая разница, все равно? Я просто хотел сумничать, я просто сам не знаю. Андроповское шоссе. Смотри, как туда рос, да. Очень, да. И главное, что не видно конца этой речки, реально. Ты что, заметил, постоянно перепады, И, кстати, по мне так есть перепады в температуре воды. Я реагирую просто как девочка на каждый звук, который происходит вокруг меня, просто потому что для меня это так как-то... Я не смогу отсюда свалить, если что. Лестница. Хотелось бы увидеть. Ой-ой. Слушайте, а там очень высоко, если что. О, что-то впереди. Здесь бетон. Что-то впереди виднеется. Бетон в смысле плита или ты стоишь на бетоне? Уже стоишь. А, это отлично. Да, все. По ходу дела здесь кроме нас никто не бывает. Здесь походу никого не было, не стоит какие-то наросты. И знаете, это опять же тоже странно. То есть если здесь никого не было и это находится в центре Москвы, для меня странно. И для меня еще более опасным становится. Офигеть, смотри. Красота. А там дальше еще больше. А это что такое? Сталактиты, назовем их так. Потому что они ржавые все. Или сталагмиты. Смотри, осторожно, проходи по ней. Нам полет. Ой-о. Смотри, не трогай только, ладно? Почему? Оставь. Ну, я хочу трогать. Так красиво, Антон.
красивая. Ладно. Запах, да. Вроде нормально все, да? Все под контролем, вроде бы. Вроде бы, да. Сергей Угнев, хочу поблагодарить за сапожки, потому что они работают безумно правильно. Понял, да, безумно грамотно. Получают. Посмотрите, посмотрите, насколько это... Это что за... Тело, ты че, охуел, что ли? Что это такое, блядь? Да он еще пердит, блядь. Посмотрите, ну, я не знаю, видно вам, как будто реально... Не, ну это просто грязь, ладно, блядь, а смотри, вы... прикинь, сейчас реально сковырнешь, а там чья-нибудь рука всплывет. Ну, я буду уебывать, прям точно. Просто смотри, какой мороз точно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блядь. Ты прикинь, как сериал. Она же нас перекроет, просто, блядь... Слушай, а можешь сломать ее, пожалуйста? Ее? Она да. На нас упадет. Она на нас упадет. Вот так. Дай пройду быстро. Что написано стоп? Не знаю. Вот, видимо, знаки Игрунов. Да-да, Игрунов. Ребята, он сейчас заведет, мы здесь потухнем. Ёлки, отойди, пожалуйста, я хочу. Офигеть. Пройди, посмотри. Господи, это посмотри, красота. Это красиво, но это так опасно, что, блин, жесть просто. Куда я стану слева, тянуть? Антон, а? Ну что скажешь, тут же освоился, здесь привык? Ну, сейчас, да, полегче, но я слышу какой-то звук, походу, дело на водопад, похоже. Да, есть здесь частично водопады, но они такие лайтовые, так как сейчас нету дождя, все более-менее спокойно, но... Осторожнее сосудки, я понял, лучше их не трогать. Да я не хочу, чтобы оно мне ебалось на голову. Вот тот верхний можешь трогать. Какую? О, вот эту? Не-не-не, правее. Вот тут. Антон, что ты бросаешь? Вот, мне надо тебе эти пинетти трогать, Антон. Да я хочу, пройти нормально. Вообще, скажу, лучше из дома здесь проходить, за них засули. Слушай, здесь давно не было никого. Вот это вот остров сбей. Да не это, а повыше, левее, левее. Вот остров. Да не это, блин. Да, все. Погнали. Оставь, оставь, сейчас нас не будет накроет. Паук, давай двигаться. Здесь у нас идет развилка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотри. Посвети. Посвети, посвети, смотри, оно закрыто, да? Да-да-да, закрыто. Нам дальше вперед. Ай-яй-яй, что-то капает. Глина. Глина, глина. Ты что, если бы это была не глина, уходи отсюда. Ладно, здесь какой-то газ, что ли. Если бы это была не глина, тут бы воняло нереально. Слушайте, какой шум впереди. Это от него шумело, классно. Слушай, а вот там, где глина, очень тепло, записывал? А? Там тепло очень. Там тепло, да. Я предполагаю, что вот здесь уже глубоко, Сереж. Слушай, а как нам подняться сюда? Вон там, от с левой стороны можно. Да? Да, ты сначала глубину проверь, аккуратно шагай.
Глубоко? Да-да-да, сейчас. Давай. Нашел дно? Нет. Дна нет. Ну, оно есть, да, просто на колено нашел. Давай. Мне кажется, здесь настолько сильно пробито, что... Встал? Не пройдем. Не пройдем? То есть там очень глубоко? Я тебе больше скажу, там вообще дна нет. Там есть... К сожалению, так. Но это повод вернуться вообще. Надо просто продумать, как это делать. В общем-то, возвращаемся обратно, потому что пройти дальше нам не удалось. Ну, как-то не удалось. Становится все глубже. Уже на самом деле достаточно холодно, потому что... в воде находиться, сколько мы уже несколько часов здесь. Сергей Огнев что-то приуныл. Хочет сделать, наверное, фотографию. Весь в грязи, просто болотное чудовище. Вот он. Вот. Видео такое, с юморком немножечко страшное, но в основном это юмор. Я уверен, что мои ребята понимают это и поддерживают. И даже где-то, наверное, это смешно. Да, идешь, и проваливаешься. Ноги вытаскиваешь, проваливаешься. Я на что-то наступаю такое непонятное. Кстати, я, по ходу дела, по твоим следам иду, потому что... А, нет, везде проваливаешься просто. И смотрите, начинают... Просто пузыри какие-то появляться. Честно сказать, даже как-то не по себе. Осталось только, чтобы к нам пришла анаконда. А что так глубоко, Сереж? А почему мы идем по другой стороне? Спасибо. Так, Серега все-таки решил пойти по этому варианту. Что ты думаешь, там что-то есть? Смотрите. Оп. И пошел. И потом вроде бы вылезаешь, но нет, все равно. Потихонечку да засасывает. Сергей Огнев нашел какой-то еще вход. Не знаю, стоит ли туда идти. Так. Слушай, ну так вот уже тяжело идти. Греешь руки? Это пизда, я сейчас в грех не чувствую. Да, я пока пройду, посмотрю, что там. Сейчас идти приходится. Как-то так. И белая кепка может пострадать. Тут есть маленькое, прям совсем малюсенькое течение. На самом деле очень даже интересно, очень даже стрёмно в каких-то местах. Но при этом, кстати сказать, ноги не замерзли. И это очень радует. Ну, Сережа что-то остановился, видимо. Понятно. Выключил свет. Всего хорошего. Все, пошли игры. Я думаю, что пора идти.
поставить на него. Потому что мы ему поможем. О, что-то холодно стало. Нормально, жить будешь. Страшно, Антон, очень страшно. Надо реально идти греться. Канал Сергея Огнева будет в закрепленном комментарии и в описании. А ссылочка на Антона Владимировича будет в описании. Закрепленном не будет, то есть, но я думаю, вы найдете. Установщик Сергей Огнев, если что. Итак, друзья, что я хочу сказать. Если вам понравилось видео и понравилась вот такая вылазка с Сергеем Огневым, пожалуйста, поддержите это видео. Напишите несколько комментариев, поставьте лайк этому видео. Также можете поддержать видео рублем. Добавиться ко мне, друзья, в ВК. Добавиться в Инстаграм. Всю эту информацию вы можете найти у меня в описании к видео. И мы отсюда сваливаем. Всем пока!